Приветствую всех гостей канала. Вы снова с нами. Или мы у вас. Короче, у нас опять подводные лодки. Как вы и просили, ну, по крайней мере, некоторые из вас. Это подводная лодка. Посмотрите кого. Тинитуна. Что у нас тут по карте? По карте мы на левом фланге. Тинитун один. Ну да, зачем ему помощники? Тут он как бы сейчас сам, скорее всего, разберется. Ой, ё-моё. Он еще не успел сыграть, его уже хвалят. Привет Кванту. О, ничего себе, вот это да. Мы смотрим за чатом. Чат обещает быть активным. Он на нас подписан, в смысле на Тинитуна. Тинитун, я не знаю. Ты должен оправдывать такие прекрасные жесты поклонников твоих. Ты еще никого не утопил, тебя уже засыпали и плюшками. Ничего себе, это как так, блин? Ну, я прям даже завидую. Не, ну, я не завидую, как бы, ну, нет, точнее сказать, завидую, что плюшками засыпают. Люблю я плюшки. Ну, ладно, давайте смотреть. Чувствую, бой будет веселым. Притом, это подписчики. Я же правильно понял, что это вороги. Да, это вороги. WMF1. А, так это же подводник. О-о-о. Ничего себе, от подводника получить комплимент, Тинитун, я не знаю. Не знаю. Ты должен по 10 реплеев присылать, блядь, чтобы поклонники как бы, даже как бы так поделикатнее-то сказать, ну, в общем, любовались твоей игрой. Да. Сейчас пойдет ведь его и утопит. Это я чувствую, так оно и будет. Своего поклонника пойдет и захреначит. А, так он вот, скорее всего, тут и ездит, подводник. Вот попал парень. Двадцатьпятка попала против 45-ки на одном фланге. Как бы так сказать-то, я не знаю, надо на другой фланг, что ли, переходить Тинитуну. Что, ну, так нельзя, мне сейчас вон он. Сейчас убьют поклонника. Хорошо, хоть не Тинитун, блин. Что-то не навелись, по-моему. А, нет, навелись, все навелись, да? О, какая кавалькада торпед тянется. О, бедный линкор. А так еще, смотри, как красиво заходят, блядь, со стороны жопы, хотел сказать. Ну, ладно. Отмансил, отмансил. Да, отмансил. Повезло, повезло, что говорить. О, добил все-таки. Ничего себе. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Наполи, 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 Тини, Наполи. Не спи, Тини, Наполи идет. А, тут штурмы еще летят. А, хрена себе, блин. А, так далеко. Че я подсказываю, блядь, кому я подсказываю? Куда я лезу, блин? Добили все-таки. Вернее, Монтана добила наш Балао. О, бой перестает быть томным. Нам нужен воздух, нам нужен воздух.
Капец. Еще не успел стрельнуть, еще не успел погрузиться, и может комплименты сыпят. Ужас просто. Бля, где авианосец, а? Вот он реально задолбал. Я же замер, даже не знаю, что сказать. Как минимум эсминец, скорее всего, здесь, на поле и конь. И как это может выглядеть? Это может выглядеть печально. Ну, в смысле, для них печально. Опять воздух кончился, блядь. Что ж такое-то? Я же говорю, на поле сейчас сюда припрется. Опять всплытие. Ё-моё, этот Наполи уже заколебался. Что-то будет, бля. Авианосец тут же опять со своей точкой. Ну чё, надо что-то делать. Надо шопнуть его, бля. Ой-ой-ой, сложный процесс. Достойный поединок. Подлодка под точкой. Наполи с ПВПМК. Это вот прям вот хуже, я не знаю, что это может быть. Блин, на последних соплях. Чуть-чуть не добили Тини. Вот реально чуть-чуть не добили. И победа. 113 тысяч урона. Очень хороший напряженный бой. В угол загнали нашу подлодку. К
Как он выжил, я что-то тяжело представляю. На первом месте традиционно. Но очень хороший бой. Всем добра. До новых встреч, друзья. До свидания.